Песни, танцы и сладости. Активисты ОНФ в Дагестане провели серию мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Общественники организовали для детей-сирот праздничные концерты и передали многодетным семьям бесплатные продуктовые наборы. В парках и скверах Махачкалы весь день звучали детские песни. С самого утра активисты порадовали подарками воспитанников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Махачкалы. Без внимания не остались и воспитанники детского дома номер 7 из Бербаша. Им были переданы подарочные наборы, а также для них выступили солисты ансамбля «Лезгинка». Сегодня мы находимся в Избербаше. Посмотрите, сотни детей улыбаются, радуются жизни. Радуются тому, что их посетили, о них помнят. Им дарят солнце, любовь, заботу, тепло. Несмотря на то, что мы больше 2 месяцев находимся на карантине, это, конечно, нам было очень тяжело. Сначала вообще у всех детей настроение было такое пасмурное, паническое. Но потом мы взбодрились, мы поставили перед собой задачу подготовиться к празднику Дню защиты детей, и жизнь стала, так сказать, бить ключом. Мне очень приятно, что во все времена, по крайней мере, за полтора года моей работы, Всероссийский народный фронт, общественное движение не забывает про наших детей. Приятный сюрприз ждал и 30 многодетных малоимущих семей Махачкалы, находящихся в сложной жизненной ситуации. Их участники акции «Мы вместе» поздравили бесплатными продуктовыми наборами.